Сделать немецкий танк? Да легко. Но, к сожалению, я смогу убить моржа, чтобы сделать из его зуба такой красивый танчик. Будем использовать обыкновенную зажигалочку. Ну что, что нам требуется? Несколько поломанных зажигалочек, обыкновенных, которые крутятся. Нам качественно нужно вот это вот колесико. Даже не обязательно нужно нам внутри, чтобы кремень был, эта пружиночка. Просто само колесико и пластмасска, которая ее держит. Это все, что нам нужно. Итак, раздалбливаем ее. Пытаемся отрезать, чтобы не порезать ни себя, ничего лишнего. Просто срезаем аккуратненько. Нам нужно вот эту полосочка культурненькая. Так, забираем лапки, отвинчиваем, забираем пружинку чертовой матери, она нам тоже не нужна. И также кремень мне не нужен. Так, срезаем вот этот хвостик, который там держал кремень, он нам не нужен. Нам нужно, чтобы колесико свободненько так себе вертелось там. Вставляем вот этот барабанчик внутрь. Крутится, вертится. Шикарно уже получилось. Дальше, еще от одной зажигалочки. Вот у меня есть такая тоже, крутится. Тоже оттуда к чертовой матери достанем пружинку. Так, теперь, вот этот барабанчик мне больше нравится. Видите, какой он кругленький, такой красивенький. И будем вот эту вот педальку использовать, как бы башню нашего танка. Хорошо, разбираем вот эту, будем просто делать. Кремень нам не надо, потом пригодится. Так, эту часть мы будем срезать и использовать. Так, что делаем? В эту часть крепим сзади один барабанчик, как видите, тот, который мы срезали, он такой более толстый, и приклеим с помощью горячего клея. Можно использовать резиновый клей или суперклей, будет держаться. Из передней части мы также цепляем одно колесико, который мы обрезали и вставляем сюда. Можно любое колесико, любой зажигалки, потому что зажигалок уже куча везде. А если в вашей семье кто-то курит, оно как валом навалом везде валяется, просто тоннами. Так, теперь к этой металлической части защитной приклеим изнутри с помощью горячего клея и любого другого клея. Так, наносим, чтобы оно все кругом покрыло и нормальненько приклеилось. Ну, в принципе, все. Наш танчик, такой красивенький, на двух колесиках, уже практически готов. Нецкий городского типа, практически уже готов. Оно прекрасно ездит, вы не поверите. Его можно запустить и проверить, у кого получится поехать дальше. Башню будем крепить вот здесь. Ну, что, почему-то можно и на возвышение, можно и запихнуть внутрь, кому как больше нравится. Я захотел запихнуть внутрь. Ну, здесь пускай будет. Ну, красиво смотрится. Ну, скажи, что не шикарно получилось. Вообще отличненько получилось. Так, пускай клепка высыхает, и мы будем первый вариант делать саму дуло и наши пушки из толстой проволочки. Вот у меня есть проволочка, ну чё ж, ну где-то так будем соединять. Ну, пускай такое где-то дуло будет. Переднюю часть сгибаем в эту сторону, загибаем его сюда и отрезаем кусочек дула, чтобы у нас получилось дуло. Так, сгибаем, чтобы оно там внутри стояло. Как раз мы вставим туда отверстие. Шикарно. Так, будет вот здесь. Приблизительно вот так. Ну, так относительно не скажу, что оно слишком уж красиво получается. Ну, для теста варианта чернового вполне сойдет. Так, откусываем и будем сейчас приклеить его в наше положение. Как раз нам дырочка есть. Любую дырочку нужно что-то запихнуть. Это без базара. Так, запихнули. Сверху ствол получился. Ну, как-то тонкий. Это у нас будет пулеметик. Пушка не очень, конечно, получается, но пулеметик самое то. А еще кусочек проволоки и будем крепить по бокам. Как раз здесь есть углубление небольшое, куда прекрасно помещается клей, который будет прекрасно держать наш пулемет со стороны, с этой стороны также. Ну что, как вам нравятся наши маленькие нецки? Это полностью готовая игрушка танка маленькая, которую можно сделать буквально из мусора. Даже на улице валяется эти никому не нужные зажигалки, которые в виде кремня выстрелил или закончился газ. Посмотрите, как он смотрится. Оно уже смотрится красиво. Для детей эта игрушечка самое то. Она практически не уничтожаем, потому что шасси сделано хорошо, корпус металлический, ствол также металлический. Посмотрите, колеса вертятся, все красиво ходит, оно все нормально стоит и даже прыгает. Какая прелесть! Мне уже нравится. Посмотри, оно перепрыгивает все препятствия и едет дальше. Какая красивенькая маленькая няшка. Так, во втором варианте я оторвал к чертовой матери ствол, сделан из проволоки, и приклеил из обыкновенной коктейльной трубочки. Получилось как-то, мне даже понравилось намного больше. Такая большая, красивая пушка, как она должна быть. Прекрасно. Ездит прекрасно. Ну, не стреляй, к сожалению, ну что поделаешь. Но это маленькая просто поделочка для маленьких детей. Ну, а почему бы нет? Смотрится реально шикарно, даже самому интересно. Ее пускаешь там. А ось очень легко едет. Оно едет, посмотри, практически на всю длину стола. Довольно просто, легко и интересно. Главное, бесплатно. В нецких городских условиях. Ладно, ребят, веселых поделок всем.